В эти непростые времена пандемии, когда развлекательные центры закрыты, ночные клубы подавно закрыты, более того, распускается персонал, люди абсолютно не строят никаких планов на будущее, ночной клуб в Соединенных Штатах Америки стал примером, образцом для всей индустрии развлечений. И давайте я вам покажу, как максимально можно плавно выйти из кризиса, более того, выйти, заработать денег и обрести новых клиентов. Ну вот, на ваших глазах на таком примечательном автомобиле две танцовщицы с охранником ездят и развозят по своим клиентам еду. Да, именно в службу доставки еды перепрофилировался ночной клуб в Соединенных Штатах Америки, и не зря, потому что насколько приятно, когда к тебе привозит еду не обычный курьер, а вот такие вот девушки с элементами шоу. Более того, они сохранили свое заведение, сохранили персонал, зарплаты, даже увеличили проходимость кухни. Это круто напоминает о себе своим уже постоянным гостям. Они обретают новых, потому что везде засвечиваются. Более того, они даже стали примером для всей индустрии развлечений, потому что в основном все закрываются, распускают людей и не применяют самое главное, что мы можем, это креатив. Вот такие вот креативные решения становятся на страже любого бизнеса, если вы работаете с головой. Ведь даже детские развлекательные центры могут делать выездные программы, выездные какие-то праздничные ужины. Ведь ребенок – это последнее, на чем будут экономить родители. Желаю вам процветания, успехов в бизнесе. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Роман. Пока.